Друзья, у нас сегодня поступление штатных динамиков специально для автомобилей Toyota. То есть продвинутых, по-другому штатных SQ-компонентных динамиков под названием Focal. Это у нас французы, модель ES100-690. Данный комплект компонентной акустики выглядит вот таким вот образом. Состоит он из набора овалов 6х9 в корпусе и, соответственно, высокочастотников. Данные динамики подходят идеально для замены штатных в таких автомобилях Toyota, как Camry 40-й кузов, Lexus RX 330, кузов, который выпускался с 2003 по 2009 год. Ну, вроде как, говорят, их и ставят в новые Lexus RX без всяких проблем. И также можно поставить, например, в Camry 50 и 55 кузов с небольшой переделкой ушей. Вообще, то есть, по идее, в автомобиле, который я назвал ранее, они встают четко штатно вместо тех штатных динамиков. В комплекте даже есть куча переходников для того, чтобы все подключить. Ничего резать не придется, просто вытаскивайте штатные динамики, ставите переходники и подключайте новые. Есть возможные крепления жестянки, у них целая коробка в комплекте идет. В общем, здесь продумано все для мелочей. В зависимости от вашего автомобиля. Все штекерки под любую Toyota Lexus здесь есть. Данные динамики будут уже играть в разы круче, чем штатные. Вот яркий пример. Мы ставили такие динамики. Только первая, это вторая версия. Сейчас скажу, чем разница. Мы ставили первую версию. Мы ставили в автомобиле Toyota Camry 40 кузов. Год 2007 в ней был. Заменили штатку и также все оставили от штатной магнитолы. Заиграли они в разы круче, глубже. Появилась приятная мягкая середина. Ну и, соответственно, добавилось еще и мощи. Пищалки, низкие частоты тоже изменились кардинально. Стало уже похоже на такую благородную, хорошую, профессиональную аудиосистему. Овалы встают четко. Видите, пластиковый такой же корпус. Тоже со штекерами. Пищалка. Пищалка устанавливается штатно либо в штатные уголки, либо в торпеду, в зависимости от Toyota, какой у вас автомобиль. Динамики, номинальная мощность их составляет также 75 Вт. Чувствительность 92,5 дБ позволяет им играть качественно даже от штатной магнитолы. Но если вы еще к этому всему делу еще и добавите усилитель, либо если он есть штатный усил, они заиграют еще в разы бодрее. Данные динамики, цена теперь составляет их в районе 15 тысяч рублей. За курса бакса они чуть подорожали. И как я хотел сказать, в чем разница от первой версии. У них поменялся диффузор. Посмотрите, здесь какого образца стал. А вот в старой версии, вон такая бумага с пропиткой была, рифленой. Сейчас я вам покажу. Открой фокалы. Вот на скорчании еще и старые версии остались. Вот здесь можете посмотреть. Вот это старого типа диффузор, более классический у фокалов. Новый диффузор, говорят, он более универсальный в звучании. И говорят, играет поинтереснее, понравится большему количеству людей. Но так в наличии. Крутая компонентная штатная акустика.